На территории смыслов завершает работу смена «Цифровой мир». Ее участники – около 1000 молодых специалистов сферы диджитал. Студенты технических специальностей, сотрудники IT-компаний, геймеры, киберспортсмены, блогеры. Анастасия Селезнева – блогер начинающий. У нее сейчас 11 тысяч подписчиков в Инстаграме. Она фитнес-инструктор, и ее блог тематический. Девушка рассказывает о спорте и дает полезные советы. А вот совет для блогеров, которые хотят быть успешными. В первую очередь, естественно, встречают по одежке, то есть внешний вид. А второе – это нужно чем-то зацепить интересным, именно мыслями, своими какими-то рассуждениями, плюс информацией. Естественно, не будут смотреть, если у тебя нет информации. Если тебе не о чем рассказать, то посмотрят и забудут. В своем блоге Анастасия уже разместила посты и о территории смыслов на Клязьме. А вот Елизавета Качалкина из Волгограда только начинает изучать азы продвижения в соцсетях. Лиза – студентка технической специальности, учится на инженера-строителя. Но при этом очень интересуется журналистикой и СММ. Здесь очень много интересных лекций про то, как вести свой блог, про то, как заинтересовать, как вести технологии в свою жизнь, как все развивается. Вот. И это в двух словах даже не описать. Каждую секунду что-то новое. У вас очень красиво. Я в свободное время рисую и очень пожалела, что не взяла сюда никаких художественных принадлежностей, потому что пейзажи открываются великолепно. Сочетание воды, зелени, особенно в солнечные дни, как оно все рефлексирует, очень красиво. Высокий гость этой смены, заместитель министра связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Волин, тоже отметил, что Владимирская область меняется к лучшему. Впервые он приехал сюда в 2013 году. Так получилось, что один из моих первых приездов во Владимир, он как раз совпал с приездом сюда Светланы Юрьевны, с которой мы были достаточно давно знакомы. И первые впечатления были... Тяжелое же тебе хозяйство досталось. Чувствовалось, что большое хозяйство требовало заботы, внимания. И самое главное, вселить веру в людей, в собственные силы и возможность сделать удобную, красивую землю для проживания. Сейчас, с каждым своим новым приездом во Владимир, я вижу, как реставрируются старые места, как запускается стекольное производство в том же самом Гусе-Хрустальном. Ну и отдельная моя самая большая радость – это начавшиеся большие работы в моем любимом городе, в Гороховце. Алексей Волин и известные представители IT-индустрии провели с ребятами диалог на равных. Говорили о внедрении цифровых технологий, о глобальной мобилизации, роботизации, обсуждали вопрос о данных и их утечке. Ребята в этом интерактивном общении были активны, задавали актуальные вопросы. Основной из которых – быть нашей стране потребителем чужих цифровых технологий или мы будем использовать собственные. Алексей Волин уверен, для развития цифровой экономики нужны не столько деньги, сколько грамотные люди. Ребята были достаточно прагматичны, в курсе происходящих дел, чувствуя индустрию. Вопросы задавали по делу, что самое приятное. Вот еще несколько лет тому назад половина вопросов была из серии «А что государство может сделать для нас?», а сегодня в основные вопросы «А что нам сделать?». Это правильное изменение вектора, считает замминистра. Ведь именно конкретные действия будут способствовать развитию IT-индустрии в нашей стране. Екатерина Старикова, Виталий Сергеев, Губерния 33.